у нас завтра така бата буде. А ви з ким граєте завтра? США, Україна. А, ми з вами на первому, на второму? Ні, ні, вони ніже нас, але вони зібрали на одну зі менше. А, у них три ігри тільки сіграли. А ви ж там проіграли, на послідні? Так, 9-7 попали. Що там для Мурон зробили? Вообще мяч не футбольный, а волейбольный поставили. Это ретро-мяч, что мы ничего не играли. Я понял, а смысл? Нет, так сейчас там поменяли. Я все еще одну гену сделаю. Я видел, гену, там получилось. Вот она, я вчера выиграл. Что, первый раз я вообще голосовал за старую. Потом ты добавил новую или еще новее? Я уже голосовал за еще новее. Теперь гену. Мне сам больше последний. Ты уже привык, что даже и не смотришь? Да, я уже просто машинально снимаю. Сегодня тоже играли, выиграли 6-1. Я взял этот штатив тоже. У меня какой-то новый, да? Штатив? Да, ну он равный, короче. Он такой тугой, что какой-то. Тот у меня разлетелся, но он не подкрути. Не подкрути, тут оно туго ходит. Масло заливал. Заливал. Нет, раньше кнопку не было так. Это я ее просил. Ну так было, и Коля стоя помнится. Я пришел к этой. Я тут куда? Там. А, весь заряд. Там еще поеду на конфирматом, ракеты играют с аутом. Нам завтра нельзя проигрывать. Смотри, нам мы уже в тройку не попадем. Если не сейчас, то еще будут шансы, но нужна победа. И наоборот. И наоборот, если эти, короче, выиграют, то есть проиграют, у них практически шансы. После этого я сейчас после игр не могу. Ну, домой не могу. ДПК, наверное, всех, да? Но уже с гречанами играла? Да что, ротор тоже хороший. С гречанами играла ДПК? Ну ничего. А с кем ДПК? С ротором, да? Вы. А, в роторе. А, ну вот, с гречанами еще. Я не помню, может, с ротором не играли. Помню, у кого-то ли у ротора, или у Мишаны. Ротором. Ротором меньше чехол. Так и тоже не попадает, но мало ли. Не скажу, что он попадает. Где-то как раз от нашего тоже не было. Ну, той червоной зеркой сейчас. Забрали, я набрал. Ну тоже там заказано заявили. Тут по сути все, кто играет, это только Зенин, это наш позвал время. А то все остальные я забыл. У нас половина состава я поиграл, потому что половина не ходит, а половина такие уже. А вы тренируетесь где-то? Да, да, обязательно. По пятницам, на ФОП или на месте. Мы с Радоем просто. Сейчас у них раньше напополам делили, играли. У вас она хоть спонсирует? Да, он дает денежку на игры, на тренировки, на билеты. И он же, коммунист. 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 Да. Там закрыли партию. Понял, требует на. Я вообще, когда создавал команду, ну, когда это с этой жизни. Ну, вообще вариантов не было. Я буду собрать просто людей, мы не можем там поиграть. Хорошо. Я вообще собрал команду, чисто знаешь, просто поиграть. У меня не было задачи там выигрывать, короче.
всех подряд. Ты в тройку входить, там бороться с такими ДБК. Я вообще думал, ДБК это лучше с ними не играть. Средничком выйти нормально. А он начал требовать, вот, ну, надо поделить, поделить. В общем, меня закаливать, и я вот не знаю, что там хорошо сильно подготовлено. Так что попробуем выйти. Вы а это не выйдем, а они вообще рассыпали. Это, кстати, три человека, что они уже были с нас. Они за два дня, короче, говорят, о, мы уходим на жена пошла за булочкой туда. Это первый играли уже драки? А, третья? Что, лучше зумировать, когда после забитого гола? Да, ну просто ну, как бы, ну, смысл. Ну, на этом зале еще можно иногда там где-то зумировать. А на эпизоде вообще нет смысла. Там зал такой маленький. Ты будешь зумировать, лица я там практически даже не зумирую просто. Очень иногда там где-то. Там часто бежит футболист прямо на меня, вот так вот другим кадром. Как тут не играл еще, как сыграли? Ротор в среднем бомбанул 21. 21. Кого? Эти. Это академия. Rebels проиграл это. 5 или 6? Подожди, даже по-моему на 6-2 или 5. Я концовку просто не смотрел. Я помню, был 5-1 счет, а концовку я где-то пошел. Пошел. Вот это следующая, тоже интервьюшка. Две команды, которые ну, явно на тройку не берут, но борются, чтобы попасть в шестерку. Ну, чтобы не было результата. А вот третье, шестое, где играть будет? Четвертое, шестое? Я не знаю. Мне кажется, просто будут... Я же тушу группу, что будет четвертое, шестое, будут делить. Тут матчи половины, там. А последнее, что в вашей команде. Да не, большой зал, блин. Не, ну в смысле, я имею в виду. Могли бы и в ту группу пойти. Да там было добираться неудобно и воды нет горячей. И там тоже уходит. Мне вот это только не понравилось перерыв такой. Я ну, 2 числа тоже играть. Второго жена уже играет. Вот 4 можно было поиграть. Я чуть какие-то титры, блин, простенькие. Это у тебя были какие-то получше на большое. Это клуб, тупые, я уже просто не пальцы.
последний играет? А? Кто последний играет? Торпедо и Реванш. Добираться. Добираться.